Сейчас первый замминистра транспорта Алексей Кучеров обсуждает задачи, которые поставил пред его ведомством губернатор Подмосковья. А именно, проехать по муниципальным и региональным дорогам, оценить их состояние, наметить сроки для устранения недостатков. Сопровождают замминистра представители администрации городского округа Пушкинский и дорожных служб. Мы проехали сегодня 54 дороги муниципальные и региональные. В большей степени даже муниципальные дороги. Подъезды к жилым кварталам, к жилым домам. Мы для себя зафиксировали, что общее состояние удовлетворительное по дорожной сети. Есть отдельные замечания, по которым, ну, коллег, наверное, ориентировочно там в 3-4 дня коллеги устранят. Устранять будут путем уборки проезжей части, отвалов по краям дороги и обработки тротуаров антискользящими средствами. Также обсудили ямочный и капитальный ремонт дорог в округе. Программа начального этапа уже сформирована. Иван Чинаев, Сергей Денисов, Мария Барсукова. Новости Большого округа.